Здравствуйте, девушки. Поздравляю вас с тем, вы выиграли медали. Чемпионат России. Беги на 1500 метров. У нас сегодня была опять вторая, но, по-моему, очень хороший это был бег. И чуть-чуть не хватило до личного. По-моему, у вас так потихоньку вы все-таки находите такую форму. И сезон такой не такой плохой, но тяжелый, но, по-моему, хорошо закончилось. Как вы? Да, мне все устраивает. Время хорошее, очень рада. Жалко, правда, что старты закончились. И негде будет улучшить результат, но все равно я им довольна. И местом тоже довольна. Вы куда-нибудь поедете на старт или уже заканчиваете? Ну, у нас будет еще старт МВД, где я побегу 3 километра. Кросс. И эстафету, да, кросс, 1000 метров. И все. А потом будет отдых? Да, потом долгожданный отдых. А зимой будете выступать? Конечно, буду. А куда деваться? Ну, за успехом, чтобы все получилось, чтобы нас допустили на международный старт. Да, чтобы будем надеяться. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Представьтесь, пожалуйста, вы, по-моему, сегодня несколько так выиграли бронзу, по-моему, даже удивили поклонников. Да, удивилась всех. Да. Представьтесь. Мурашова Елена. Вот. Это сама... первая награда? Да, первая награда вообще чемпионата. Я очень рада, но я к этому шла, так как мы готовились на 1500, но получилось, что я попала на 800 в финал. Но... сегодня спала крепко и думала, все равно медаль у меня будет. И она есть. Вот. А вы кого представляете? Какой регион? Я представляю Москву. А есть может, кому-то хотите, как бы, поблагодарить кого-то тренеров? Да, потому что вас мало знает. Да, я уже знаем благодарю вообще своих тренеров Бусарева Александра Васильевича и Попова Сергея Александровича. Спасибо им большое. Будем ясно. Тренироваться дальше и делаем. Какие планы у вас? 800 или 1500? Я думаю, 1500 мне ближе. Я буду готовиться в дальнейшем. А вы закончили сезон? Или тоже будете выступать? Нет, я буду отдыхать. Зимой будете выступать? Зимой, как обычно, мы пропускаем, готовимся обычно к лету. Но промежуточные старты делаем. Тогда вам удачи, чтобы хорошо, все получилось. Все, спасибо вам большое. До свидания. До свидания.